Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами Скудер, канал Ни Слова об Играх. И мы продолжаем проходить Дюну 2. The Battle for Arrakis. И у нас на очереди 7-я миссия. И код к ней, соответственно, как мы помним, Stealth War. Stealth, Stealth War. Stealth, Stealth. Health. И сейчас мы будем разносить, значит, от рейдесов. Сейчас объединенное войско. Оу, стил. Эл пропустил. Так, объединенное войско, значит. А, блин, теперь. Понятно. Переписывать все надо. Steel. War. Technology. Technology. Да. Атрейдесы и Харконины контролируют этот регион. Один из тех немногих оставшихся на Дюне, что еще подвластны нам. Не подвластны нам, да, да, не подвластны. Все зеленое, одни только трейдесы портят впечатление. Время переговоров и тактических уловок прошло. Все враги дома Ордосов должны быть стерты в порошок. Ну и что же он нам посоветует на эту миссию? Ракетные башни могут сбивать птицелеты. Да это мы знаем. А, ну птицелеты появятся. Птицелеты. Так, атридесы, да. То есть основная база будет атридесов. То есть у них тут будет палас, значит, им предоставлен. И будут харконины, но они будут второй базой, базой поддержки. Поэтому у них не будет паласа. Вот так что. Так что, да. Чё у нас? Девиаторы. Здесь я не знаю, не помню, чё, откуда они будут нападать. Но, судя по всему, они будут нападать откуда-то справа. Нет, не снизу. Может быть, да, снизу. Так, тихо, тихо, тихо. Может, черви, ребята. На землю, на землю, на землю. Становимся. Оп. Так, начинаем. О, две штуки уже у нас на эту миссию. Ну, миссия это предпоследняя, 7-я. В общем, как мы все знаем, надеюсь, и помним. И, соответственно, следующая миссия уже будет против Императора. Но это будет только в следующей миссии. Сейчас нам предстоит разделаться с нашими заклятыми врагами, вместе с которыми мы, собственно, 6 миссий назад сюда высадились. Ну и, в общем-то, их раздавили уже так-то. Если быть по чесноку, это они уже в агонии бьются и ничего сделать не могут. Мы их уже задоминировали. Да, Ордосы, 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 классные ребята, надо сказать. Кстати, как вы думаете, какой из домов наиболее мощный? Ну, все считают, в принципе, что Харконины самые мощные ребята на районе. Но на самом деле это не совсем так. То есть мы никогда не имели возможность проверить это в очной стычке. Но сейчас с появлением Дюны 2 PvP, да? То есть мы можем, скажем так, с уверенностью сказать, что Ордосы не такой уж и отстой. И если Ордосов в очной ставке столкнуть против Харконинов, именно в PvP режиме, чтобы, ну, в мультиплеере, то я бы сказал даже, что при грамотном использовании у Харконинов, в общем-то,
А если раш не сделать быстрый, то у них нет шансов против ордосов. Ну или шансы достаточно малы, потому что при должном контроле девиаторами, девастаторов и вообще вражеских войск ну то есть вы знаете красящий вот этот танк, да, девиатор, то у Харконинов будут очень большие проблемы, очень большие. А Тридесы там немножко как бы чуть-чуть по-другому там все с ними, не так все однозначно, но тем не менее тоже ордосы сражаются. Да, у них нет ракетниц, как бы, но старпорт никто не отменял. Вот, ну и можно и ракетницы получить ордосами или ордосами. Девиатор достаточно мощная вещь. Так, сейчас немножечко расследуем. Территорию. Достаточно большая нам земля досталась. Кусок земли. Хорошо. Так, главное сейчас не сагрить раньше времени войска, потому что Тридесы сразу запустят своих птицелетов. А, они же орнисептеры. В общем, будут проблемы. Пушек у меня еще нету. Так, погнали. Ох, деньги сразу потекли деньги, столько много денег. Прям все три сразу приехали. Отлично. Шикардос. Короче, надо в деньги уходить. Так, давай. Так, ты же тут проедешь, да? Проедешь. Так, теперь нам надо что поставить? Нам надо поставить аутпост и ремонтный. Пока у нас тут ни черта нету. Кроме квадиков. Так, что мы тут имеем? Деньги рекой, просто рекой текут. Что у нас по электричеству? Электричество пока есть. Ставим outpost. Да, сразу у нас появился телевизор. Так, что, червь что ли? Ух, показалось червь. Так, ребята, идите вот где двухслойная. Это, ага, во. Чего, блин? Так, теперь знаете, что нам надо? Нам надо ремонтный поставить срочно. И надо ставить пушки. Потом, наверное, электростанцию еще одну лупим. Так, сразу же можно что-нибудь. Ладно, нет, пока ничего не буду. Танки есть, потом мы пушек понаставим. Надо парочку хотя бы поставить пушечек, чтобы было чем отбиваться от орнисептеров. Так, деньги есть. Ага. Так, ага. Пацаны. Уезжай, да, на двухслойную. Так, хорошо. Теперь надо продумать, куда нам пушки поставить. Надо с краю поставить где-то, вот где они будут нападать. Примерно. И куда-то в центре. Ну, короче, на передовую на самую надо пушки выдвигать. Однозначно. Плюс. Так, пацаны. Я, правда, не уверен на 100%, что они именно отсюда будут нападать. Но мне кажется, как-то вот по этому курсу будет. Как-то вот так. И вот здесь где-то еще база. Мне так кажется. Короче, поэтому надо как раз вот этот фланг постараться защитить и вот сюда.
Мне так кажется. Так, сейчас мы тут все забетонируем. Так, и уже денег нету. На бетон все потратили. Так, ставим, ставим, ставим. Так, молодцы, красавцы, молодцы. Так, сейчас еще два подъедут. Шикардос. Так. Сейджик, ну-ка, отойди-ка. Да, вот сюда сейчас парочку воткнем пушек. И где-то вот сюда. Вот тут еще надо будет старпорт поставить, правда. Вообще, в идеале надо еще одну главную базу ставить, чтобы можно было одновременно заказывать сразу несколько заводов. Так. Электричество есть. Ага. Так, нам надо, знаете, что еще? Хай-тек поставить. Старпорт вот сюда влупим. У нас тут прям уголок будет такой техники. То есть танковый завод, потом завод по починке техники и завод по, опять же, заказу техники в старпорте. И рядом тогда пушку здесь еще поставим. Что сейчас, когда они нападут, сразу пойдет высадка десанта, их они любят, блин, куда-то на заднюю часть базы тебе высадиться, блин, и шухеру навести. Так, вот так, надо еще тогда электростанции, да. Так, электростанции тоже желательно в одном углу не скапливать, а как бы немножко разносить, чтобы если что, электричество было в разных уголках базы. А то... Ну, на случай, например, если DF-хендом ядерной ракетой ударят, чтобы не все электричество сразу кончилось, а запас где-то еще оставался. Ну, здесь не будет DF-хенда в этой миссии, понятно. Но вообще лучше делать как-то так. Так, палос еще потом поставим. Так, 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 сейчас сюда вот пару пушечек. Рядом здесь будет у нас палос тогда стоять. Так, вот, хоп. Здесь мы поставим палос. Тут еще будет пару электростанций. Хай-тек. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Да, вот как-то так. И пушки, пушки, пушки. Надо еще с этой стороны пушки ставить. Уже ставить, потому что... Скоренько нападут. Чую, чую уже где-то на подходе. Первая массированная атака. Первая атака у них всегда мощная. Они прям жарят. Так, вот сюда поставим. Так, что по электричеству пока все есть. Хорошечно. Сюда еще одну. О, уже едет. Хорошо. Так. Потом палос вот так встанет, вот сюда можно поставить на угол. Давайте сразу. Хоп, а то потом разломают еще. Ставить придется. Так, все, деньги приехали. Шикардос. Так, ну и сюда вот тогда еще поставим. Так, пару пушечек. Ну вот, уже в принципе не так боязно. То есть у нас почти со всех сторон есть пушки. Так, электричество еще, чтобы не погасло, не дай бог. И поставим еще хай-тек сейчас. В этой миссии уже будут у нас тоже птицелеты, так что сможем потихоньку атаковать. Так, давайте. О! Так, пошел вон. Первая атака. Вот сразу с десанта начали. Так, сразу залп. Че, промазал что ли? Ну, ё-моё. Уничтожаем. Эх, блин, в отличие от PvP режима, надо по-прежнему по-старому в завод заходить и там фиксик нажимать. Так. Все, сейчас пойдут. Пойдут, это фримены уже. Их чертовы. Естественно, не перекрашиваются никуда, ничего. Так, давай-ка мы их задавим просто, и все.
ребята жесткие достаточно. Но... Ах! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ладно, иди тогда в разведку. Шлепай. Блин, своего же уничтожили. Ладно. Сейчас мы хай-тек поставим и будем чинить своих пацанов. Воу-воу-воу-воу. Как это ты доехала? Уничтожить, мразь. Так, угу. Ладно, продолжаем строительство. А, вон нам, смотрите, тоже десантура приехала. Сейджик. Давай, пацаны. Так, пацаны, эти нам, понимаете, они нам не нужны. Ставить их я куда-то там на гору не буду, потому что это... А, во. Пацанчик огребся. Соник огреб. Я сразу их в разведку отправляю, потому что они лимит очередной. Толку от них нету никакого. А они будут лимит на технику нам создавать. Так, так, что нам надо? Хай-тек поставить, да? Сразу им тогда зашлем. Странно, что до сих пор не прилетели орни хёптеры. Ну да ладно. Тем нам спокойнее будет. Так, пацаны, давайте сюда. Так, вот, уже лупят по нашим, да? Где? Где? А, все, готов? Нет. Чешет. Так, сюда. Ох ты! Какие пацаны серьезные приехали. Так, и там. Ого, 4! А, да ладно. Ладно, давай сюда иди, если что, под пушечки. Вас там разгромят. Так, 1400 у нас денег, давай. Орнисептера закажем, чтобы там жизнь сахаром не казалась. А, блин, сейчас бетон весь покоцаю с собаки. Так, еще одну электростанцию закажем. И будем ставить палос. Так, ты стреляешь, стреляешь, хорошо. Так, так. О, при... А, это наш полетел, вот. Опа, пацан. Пойдет. Так, покоцали уже, только поставил. А, там квадратика не было одного бетона. Ух ты, блин. Желтая уже. Так, что у нас тут? Пушка живая, живая. Че Харконины молчат? Эй, ребята. Соника надо уничтожать в первую очередь. Так, все, даже не успели ничего пикнуть. Вот видите, это эти зеленые. Перекрашены были. Так. Опа-на. Завод тоже. Так, девиатор у нас уже появился, но это потому что мы хай-тек поставили. Все взаимосвязано. Так, знаете, что надо? Надо немножко... Немножко. Так, ладно, нет, пока я ничего не буду. Харвестер, наверное, еще один закажу. Пушай будет. Так, ну и будем ставить дворец. Пора, как говорится. Трон себе поставить. Вот. Так, едут деньги. Давайте еще построим вот такую штуку. Если что, возила нашу технику. Так, все. Готовченко. Хорошечно. Так, Сейджи, чё, может ты тогда в разведку еще съездишь? О, есть, палас построился. Ну, давайте. Ляп. О, сразу готов. Ага, ну давай. Так, в этой версии он у нас заводы не взрывает, если добежит. Давай, Катюшу, добежишь? Уничтожим. Давайте проследим за ним. За пацаном, за нашим. Оп. Так, надо строить Сейдж. Вот. Прилетели, что ли? Ага. Воу. Что-то где-то рвануло. Причем мой... А, высадился. Девастатор, блин, взорвался. Ничего себе, он чуть электростанцию не забрал.
Рванул мощно. Мужик. Ну, блин, да, с девастатором шутки плохи. Так, где? Вот он, наш шпиончик. Давай, мужик! Давай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Соник! Давай! Куда ты побежал, придурочный? Ой, олень! Ой, блин, вот тупорылый капец, вот бежал нормально, вот тут оставалось чуть-чуть, нет. А, развернулся, побежал сюда. Просто чмо. Так, опять идет. Атака. А, зашлите, смотрите-ка, куда они зашли. Так, нет, их так не перекрасишь. Нет, давай этого одиночку, психоодиночку замочим. Так, надо тогда сюда ставить, где у нас... плиты. Бетон. Сейчас мы тогда здесь. Чё так? А, денег нету? Почему? Чё денег нету? Ох, а, вот. О, еще высадили мне. Или это не мои? Не, мои. Так, в разведку давай, чтобы тоже. И главный завод, по идее, где-то вот тут. И сюда. Так, чё там? Эй! Долбят, блин, и никто их не стреляет. Вы чё? Мать вашу. Так, ладно, забирай её. Так, давай-ка. Давай задавим их. Потом поедем с Катюшей разбираться. Оп. Вплотную подъезжаем. Так, ты давай назад. Оп. Все, так, короче, Харконины все-таки пошли в атаку. Да куда ты стреляешь? Я ж тебя на Катюшу навел, урод. Что за саботаж? Приказов. Стрелять будем сегодня, нет? Так, ладно. Ставим бетон, ставим здесь пушки. Так, сюда вот поставим. Много пушек поставим. Чё стоим? Так. Шуру сюда. Танки, если что, замочат. Все уже. Перекрасился обратно. Да, ненадолго, конечно, совсем перекрашивает девиатор. Буквально совсем чуть-чуть. Так, да, пошли с этой стороны прям Харконины мощно. Прям мощно пошли. Так, электростанция уже что-то. Да, блин, опять желтая, красная, в смысле. Напасть. Так, давайте-ка еще один орнисептер построим. И как раз там чуть-чуть еще и разведывают. Так. Так, здесь будет электростанция. Вот сюда поставим. Ты че? Урод, сразу раз в пушку такой. Давай шмалять. Убить его, мразь. Так. Ставим еще электричество. Так, где там мои пацаны? Так, куда-то вот сюда вас надо прям... прям вот так. Да елки-палки! Тьфу, блин. Косые таджики, елки. Построили. Так, ладно. Пушкенцы продолжаем строить. Да, бараками я не пользуюсь, как вы понимаете, да, потому что это вообще никчемная фигня. Толку от них никакого. Так, давайте, мужики, давайте. Давайте. Надежда вся на вас прям, что вы развалите прям. Так, тогда вот сюда закупорим пару пушек. Что там, куда они в темноту вгрызаются? Давай, мужики.
Сейчас, может, Харвестер тут найдете, разнесете его вражеский. Вау! Убить его! Так, это сечь, да. Не добегут пацаны, наверное. О, давай, давай, продолжай. Мой герой. Эх, блин, ну разведал вот пушечку еще одну. Сечь, чтобы вылез Соник. Так, на нас тут орники полетели. Ничего. У нас есть чем на это ответить. Так. Так, так, так. Надо еще электростанции. Потому что сейчас будем обкладываться пушками с ног до головы. Как бы... Вот. И... Так, надо, наверное, чинильный завод законопатить, да? Чтобы нам возили и назад привозили технику. Опять, что ли? Да нифига вы быстрые. Так нечестно. Что-то как-то... У меня 4 харвестера, но... Все равно как-то денег мало. В том, что я технику почти не строю. Так, пушечки. Меня перебили, что ли, харвестеров? Раз. Два, три. Нет, все на месте, 4. Надо еще харвестер. Ой, нет, это сейч. Оп. Так, это что у нас тут? Построилось электричество. Ставим еще. О, нормально, сейджик везут. Сейчас мы его законопатим и назад будем возвращать. Так. Конструктион комплит. Поднакопим денег, сразу закажем пачку техники здесь в старпорте. О, шпион почти готов. Блин, ну разочаровал меня этот ублюдок, конечно. Сильно разочаровал. Так. Потом тебя пошлем куда-нибудь на разведочку. Так, сюда куколку поставим. Сюда парочку. Так, посмотрим. Так, вот с этой стороны тоже. Сюда надо подбавить охраны. И сюда. Сюда вот так. Ага. Так. Ну, как-то так. Все, сейчас будем обкладываться. Обкладываться будем мощно пушками. Ну и все, и там уже будем создавать атаку. Мощную. Удар. О! Так, ну давай, блин, домучаем все-таки эту чертову Катюшу. Блин, ты хотел сюда бежать. Ну, урод, конечно, полный. Ну, надеюсь, с какой-нибудь там попытки он добежит. Не буду я за ним смотреть, за этим уродом. Так, блин, опять везут. Ну ты, блин. Так, нате вам здесь. Чтоб не скучно. А, вон он, ничего. Сюда высаживаются, конечно. Долбят мне электростан. Ух ты! Зелененький, видали? Соник был. Втупил. Все, сейчас, короче, рухнет. Голова закружилась. Не может ничего сделать. Там, видать, он хотел туда, где пушка, высадить. Ага, вот, получилось. Родил. Ну, успел шмальнуть все-таки. Так, че, где? О, гелостатор. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой, тихо. Отведем греха подальше. Ты сюда иди. Он поход сюда. Так, это не мои войска. Это вражеские ребята. Ладненько. Ладненько. Так, что нам сюда вот пукалку еще поставить? Ёлы-палы. Макаром они так долбят. О,
пушечку за калашматик еще мою. Так. Не, дивики прикольная вещь. Прикольная. Все равно. Хоп. Стоит, ждет. Странно, что он сюда все равно сам доезжает, а потом его везли бы сразу с этой, оттуда, со спайса. Как-то понятно делают. Очень непонятно. Так, сейчас сюда еще что-нибудь влупим, пару пушек. Так, вот сюда надо поставить, что-то у нас что-то мало как-то защиты с этого края. Пару пушек до девиатора. Так, 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 давай, давай, давай. Так, сюда вам на подмогу, ребята. И на задворке сейчас влупим. О, нормально, электричество. А, ну у меня электростанции две было сильно покоцаны, поэтому электричество они, конечно, еще выдавали мало. Опять эти идут. У них фриманы быстрее строятся, чем мой этот придурочный. Кстати, что он там успел это закоцать? Нет, так и не добежал опять идиот. Блин, блюдо. Ладно, в следующий раз вот в этот Соник направлю. Он быстрый, но тупой. Так, чё она тут мутит? Блин, а на спайс вот нельзя было никак вести. Так, пушку опять морщат. Здесь тоже, да, мало получается. Пушечек. А, хотя нет, 4 пушки, считай, долбят по ним. Пацаны-то, конечно, серьезные. Главное, чтобы фабрику танков мне не уничтожили. Так, сюда поставим и вот сюда еще. Так, вот целенький сейч. Короче, пора потихо уже собирать атаку. Так, комбат танк. Езжай чиниться, ты у нас в разведку поедешь. Так, сюда. Еще одну пушку сейчас поставим вот сюда. И туда. Короче, две пушки еще осталось. Сюда и вот сюда. И все. И все. 2700, отлично. В старпорте сейчас сразу куском закажем. Кучу танков. Катюши у нас в атаке будут. Так, сейджики. Тоже, наверное, у вас надо. Один оставлю. Так, есть. Ага, комбарь привезли. Езжай, ты тоже чинись, пойдешь в атаку. Тебя мы сейчас настроим куда-то, вот куда не дошли мои бравые пехотинцы. Вот. Сначала, естественно, будем разносить отрейдесов. Они основная ударная сила здесь. Поэтому... А, Харконин, ну такой. Вот этот чудик. Можно сюда ряд пушек еще поставить, штуки 4. И пока вот эта вот челядь будет сюда ехать, они их будут расстреливать, они даже пальнуть не будут успевать пальнуть. Так, это сейджи уже забрали, да? А чё ты его сюда-то высадила? Ладно. Высадила и высадила. Хрен с тобой. Так, смотрим, чё по жизням везде. Так, чуть-чуть электростанцию опять зацепила. Нехорошо. Так, так, так. Вот, этот придурок опять строится уже. Так, 2600, а у меня сколько? 3000, да, можно? Так, тут девастатор подъехал. В чё вот он лупит? Лупит в электростанцию. За каким-то хреном. Пацаны, давайте его уже уничтожайте. Он сразу чикает, не лезь жизни. Мощно взрывается пацанчик. Так. Во, привезли. Ага, харвестер, давай ко мне. Поднабери еще, и сейчас мы сразу прям в старпорте прям пачку закажем.
Слушай, электричество полно. Можно еще заказать. Где? Кто? Ах ты урод, блин, ах ты урод. Ну что же, это вот охранник или это нападение? По идее, это охрана. Че у тебя? Локатор. А, валим, 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 валим. Фу, блин. Давайте, пацаны, надо его уничтожить. Разводу. Нет, 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 нет. Есть, забили Соника. Так, 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 пацаны, пацаны, пацаны. Где еще мои харвестеры правые? Пока не задолбили этого уродца. Сейчас он тут, может, кого-нибудь сожрет из этих припадочных. Так, Соник по ним успел шмальнуть? Успел. Ну, его задолбили. Хорошо. Так, опять эти уроды идут. Ну давай, убей их. Ай-я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 й. Чешет, 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 чешет. Так, брысь. Давайте, пацаны, убейте его. Так, главное, харвестеров мне не поуничтожать. О, отлично. Пачку фриманов сожрал. Так, эти уже минус. Куда он поехал? Вот. Так, что эту пушку заказал еще? Так, что там сейджух? Она нет, живет. А что его? А, его здесь высадили, понятно. Так, ладненько, давай. Давай еще тут пушку поставим. Еще. А, смотрите-ка, все. Лимит по заводам настал. Ну и отлично. Так, опять припадочный. Соника, по идее, задолбили мои. Это он тут с охраны был, да? Ну вот, я думаю, до Сейджа он добежит точно с этой стороны. Здесь никого нету, пушек нету. Давай. Подорвем. Так, где? Куда ты, блин? А, ну ему хана. Во! Вот сейчас этот угол, конечно. Что-то они на этот угол именно навострились, поэтому, в принципе, не зря я сюда пушек понаставил. Так, все, по идее, задолбили они этого червя. Колебал он. Так, вот что плохо, что тут спайс как бы кончился. Это да. Так, ладно, езжай. Ты езжай сюда. Сюда. Так, этот копает, да? А, или он, блин, сдолбили они его, нет? Пацаны, вы его грохнули? Так, ладно, заказываем в старпорте. О, так тут можно, я забыл, что тут можно орнисептор заказывать. Их можно, смотрите, прям пачкой тогда заказать здесь. Прям на вражескую. Ох, Катюши по 310, смотрите-ка. Блин, зато сечь 750. Класс. Давайте тогда пачку Катюш сейчас закажем здесь. Так, этот. Не помню, сколько он там стоит. 600, по-моему. А, или 750. Так, 3. 4, 5, 6, и все, out of 100. Так, ладно, 6 катюш. В принципе, нам этого должно даже хватить. Если грамотно войсками распоряжаться, то все будет тип-топ. Ой, я думал, завод взорвался. Это девастатор. Ладно. Так, электричество по-прежнему нормально. Ну, больше я не буду строить пушки. В принципе, пойдет. Со всех сторон мы защищены. Сейчас, как мы пойдем в атаку, они, в принципе, атрибисы почти перестанут нападать все равно. И основная ударная сила будет, перейдет как бы на Харконинов. Но мы как раз этот угол защитили. Вот, поэтому нормально.
Вот. И что нам надо? Так, комбат-танк, да. Убили у нас его. Убили. Так, ага. Отъезжаем, а то места нету. Тихо, не надо ничего забирать, не надо. Куда ты повезла? Ну ладно. Давай сюда езжай. Сколько их? 5, что ли, да? Здесь 5, там 1, 6. Все правильно привезли. Все верно. Все, едем. Это у нас формируется тут ударный кулак. Сейчас, ну-ка, цены изменились на сейджи. Ага, 750, нифига не изменились. Так, а сколько он хай-тэчи стоит? Этот. А, 600, блин, там тоже, короче, дорого он стоит. Ладно. Тогда строим сейджи здесь. Так, и девиаторы я тоже с собой заберу, в принципе. У нас их сколько? 3, да? Защитить. Вот это вообще тут почти не работает. Ага. Все. Так, надо поразведывать немножко. Сейчас я одну катюшку возьму. У них просто охренительный радиус разведки. Так, еще сейджи. Еще сейджи. Еще больше сейджи. Так, ну хорошо, тут, в принципе, достаточно много у нас. Блин, игра, видно, стала подтормаживать. Куча заводов, куча техники. Тут 3 базы. Моя, 2 вражеские. Куча техники у всех. Поэтому, да. Игра прям чувствуется, как подтормаживает. Ну, ничего. Так, еще один сейдж готов. Хорошо. Так, езжай, починись. Нам подранки не нужны в атаке. Так, заказать еще одну эту леталочку, чтобы она, когда будем в атаке, чтобы возила технику на починку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, вот мразота. Бьет же сейчас собака. Вот тварь. Вот нахер вы нарвались на этих придурков, а? А, задави. Ай, по своим-то не надо долбить. Не надо по своим долбить. Блин, где бабки? Где бабелки? Нету бабелок. Так, что там, где его статус, собственно, оказалось. Так, это кто, обычный? Нет, тоже фриман. Уже покоцался, нифига себе. Так, что тут у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жуть такая. Так, это вот уже их земля, да? Поперла. Эй-эй-эй, ребята, поближе. С катюшами. Шутки плохи. Да твою мать, блин! Фриманы хоть? Ладно, задавим их сейчас. Ай, ё-моё! Капец, уже 2 катюши потерял. Куда он пошел, придурочный? Ха, нормально, залп катюши, даже фриманов уничтожает. Задавить, тварь. Вот мрази. Ненавижу. Что так быстро делаются они вот прям одни за другим? Как-то у них несколько этих палосов там стоит. Капец. Так, что тут?
Такое впечатление, что у меня перегасили этих хармов. Так, раз. Два. Три, да? Ну да, перегасили. Должно быть пять. Так, ты у нас построился. Так, еще у нас в старпорте. Зенитка 517. Нифига себе. Что с сейджем? Также 750, блин. Ну, короче, да, надо зенитку еще заказывать. Загасили мои две красавицы, елки-палки. Так, что стоим? Что стоим, кого ждем? На починку. Так, знаете, что надо сделать, короче? А, блин, у меня нельзя строиться. Так, а что здесь сейчас делают? Это эти починенные, да? Почему она их не возвращает на место? Да вы задрали, елки-палки, дурынды, вас сейчас всех перехлопают нахер. Ой, блин. Давай, езжай, чиниться. Заколебал. Так, что он там, сейджа того подорвал? Подорвал. Давай тогда на этого беги. Будем охрану еще. А вот опять, вы гляньте, ё-моё, вот только что они их перехлопали. И еще летят. Капец. Это жопа какая-то. Давай тоже в атаку пойдешь. Так, вот еще. Еще. Сейджики. Так, где тут подраны? Вот, езжай. Чинись. Так, это построили. Бейс under attack. Пушки целенькие. Так, ага, все, лимит по танкам тоже пришел. Зашибись. Ага, ага, ага. Так, ладненько. Смотрим, что у нас на базе творится. Сейчас мы, короче, от ридесов немножко потребушим. Лимит по танкам. Ой, по зданиям спадет. И у меня есть задумка одна. Чё, блин? Ордос это ж такие чувачки. Они из-под тишка должны долбить. Наемнички, блин. Так, во, пойдет. Так, три харвера. Три, четыре. А, четыре у меня харвестера. Четыре, да? Ну, значит, всего один, в принципе, взорвали. Непонятно, да, что тогда там. Денег не было. Так, это Катюша, иди сюда. Ну, в итоге вот у меня, в принципе, Катюш было 6. О, кого-то еще притащило. Сейчас 5 осталось, да. Ну, тоже пойдет. Там, если что, еще подкупим. Пока out of stock. Ладно. Это что у нас тут, сейджик? Это отсюда, да, с охраны. Я вот думаю вообще все забрать. И пускай один стоит. Ладно, пускай стоит. Сколько у нас тут? У нас 4, 6, 8 сейджей. Ударный кулак. И 5 Катюш. А, даже... Чё ты, блин? Давай езжай еще. 9 сейджей.
Блин, да ё-моё, ну все, хана еще одной. Капец. Рухните этого. Подъехал. А че он здесь-то поехал? Они же ниже едут обычно. Блин, заколебал. Так рухните вы его, во, отлично. Я начну нападать, нет, все. Пока начнешь. Ладненько, давайте начинаем. Катюша будет сзади у нас тогда. Подхватим. Звено. Блин, это покоцано. Ладно, езжай тогда тоже чинись. Так, сейджик. Чинится нифига. Сейджик, сейджик. Где их чертовы харвестеры? Что-то я ничего не пойму. Где они вот копают у них? Так, мои в опасную зону начинают лезть. Тут у нас эти пушки уже. Так, ладно, сейджи пускай стоят. Пора Катюшам заняться вот этими пушками. Сюда езжай, блин. Че вы наискось как-то становитесь, блин? Косорылые. Во, хороший залп, качественный. Так, че у нас? Это... Катюша, хорошо. Езжай сюда, там еще сейдж должен быть. Так и не починился, блин. Так, 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 так. О, лимит сняли. Значит, что-то у меня грохнули. Так, а что, еще одна Катюша? Блин, а что она не починена? Так, все, забирай Катюшу, короче, дальше ничего. Ай, дурень! Говорю же. Так, есть. Хорошо. Сейчас аутпост грохнем, и у них вообще отпадет желание строить крупную технику. Так, подходим. Ближе. Подкрадываемся. О. Так, 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 так. Сейджик этот ползет в атаку. Да, блин, ты когда-нибудь починишься? Нет, сегодня. Да, игра, конечно, тормозит жестко. Так, это еще одна Катюша у нас. Так, еще что-то взорвали. А, уже аутпост взлетел. Отлично. Все, теперь могут только трайки строить и квады. До свидания, ребята. Так, сейчас главное, чтобы Соник какой-нибудь не приехал. Так, сейчас будем вправо двигаться, потому что главная база у них где-то вот здесь. Давайте уже, блин, что ж эту мразь. Так, там снизу, вижу, фримы напали. Надо, чтобы не уничтожили ничего здесь. Блин, девастатор. Сразу кучей нападают, ублюдки. Так, чиним. Кстати, да, баблишка нету. Точнее, полно баблишка. И строить самое главное, это, в общем-то, нечего. Так. Хорошо. Пацаны, нападаем на эту пушку. Главное, чтобы они, блин, не очухались и здесь не начали восстанавливать пухлки свои.
Так, разворачивается, да? Или нет? Нет. А, блин, вот о чем я и говорю. Сейджи в атаку. Фас. Главное, чтобы не пострадали Катюши. Уничтожить эту мразь. Сейчас, по идее, они ее... жизни у нее мало. Разнесут они ее в клочья. Так, это не стреляет. Ну, стреляете? Нет, пацаны. Блин, успела пальнуть. Это нехорошо. Ну стреляйте уже по ней, елки-палки. Все. Два залпа все-таки успела сделать. Так, что встал? Видишь, по тебе стреляют. Ну, блин, прям за ними следить, глаз на глаз. Так, 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 так. Куда? Куда она стреляет? Почему? До сих пор стреляет. Так, аутпост восстановили. Уничтожить нахрен. Дерьмо. Куда вы стреляете, мать вашу? Куда комбат-танки у них берутся? Из аутпоста не должно быть никаких комбат-танков. Так, кого забираем? Так, Катюшку, хорошо. Только назад, чтоб привезла. Ясно. Ну так чё, будем стрелять по аутпосту? Люблю полную жизнь. Так, ладно. Чё далее? Далее взрываем танковый. Так. Да, видите, пехота у них одна, по сути, пошла. Кстати, не успели, пока аутпост восстановили, всё-таки комбат-танк один построить. Но это их особо не спасет. Так. Все, уничтожаем. Мразот. Так, тебе бы, блин, куда-нибудь вот сюда заслать, если честно. Было бы не кисло. Очка, так, есть. Не, ну сейчас-то он должен до Катюши добежать. Тут пушек нету ни одной уже. О, мужики! Уничтожаем эту тварь. Есть, не успела даже пикнуть. Да, надо Сейджи подводить и, короче, чтобы они уже разносили все. Так, что у нас тут? Бараки. Драконим бараки. Не помню особо, но, по-моему, у них два танка. Вот здесь должно быть завода. Я могу ошибаться. Да, тормозит, конечно. Прилично, прилично его тормозит. Где у них харвестер? Меня это бесит, ё-моё. Так, давайте-ка пока бетон посносим, пацаны. Херам. Ну чё? О, бежит, 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 бежит. Ну сейчас он должен просто обязан. Ты сейчас не добежишь, урод. Уволю. Бам. Отлично. Шикарно. Молодец. Так, долбим. Мразь. Давайте, 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 давайте. Она тоже стреляет в ответочку. По сейфу. Ладно, по сейфу стреляет. Не так страшно. Готово. Палас. Видите, как хорошо, они даже в принципе не восстанавливаются. Я еще главный завод, напомню, я его не уничтожил, но они все равно особо не отстраиваются. Что-то пару пушек тут поставили, ну такое себе. Так, что там, Катюшу мне назад вернули? 5 штук у меня, да, 5 штук, шикарно, все работает, все. Опять какой-то подранок. Меня еще ни одного танка в атаке не уничтожили. Вот. А, вот, что я хотел. Я армию орнисептеров хотел заказать. Смотрите. Сейчас. О, подешевело, хорошо. А почему нельзя? А, техника. Техника. Лимит на технику боевую стоит, да? А здесь можно. Странно. Почему? Что за бред?
Очень странно. Чё-то, короче, эти торгаши херню какую-то. Так, чё тут, чё тут? Поставили пушку. Всё. Хорошо. Так, чё надо, чё надо? Надо как-то взять сейджа одного. Ой, блин. Ой-ой-ой. Уничтожить. Видать, им деньги привезли просто. И вот. Есть, даже не успела пикнуть. Отлично. Так, ладно. Мужики. Молодцы. Сейчас разведаем, короче, здесь. Где-то тут хай-тек у них там все. Опа, куда ты стреляешь? Где там главный? Главный у них вот тут выше. Да, вот он. Вот он. Все. Давай-ка вниз. Уничтожить пацана. Что-то такое не навел. Так, Катюша, сейчас его разорву просто в клочья. Да что ты тормозишь-то так, твою мать? Так, бросьте этого. Да, давайте разрывать главную базу и все. И с атридесами на этом будет покончено. У них нечего вообще. Так, что-то они там восстановили электростанцию. Да, это вам вообще не поможет, пацаны, никак. Вообще. Все, да? Нет. А, и Палас восстановили. Прям вообще. Пришли эти козлы. Вау, нифига тут массированная атака была на мои укрепления. Так, сейч. Я не знаю, стоит ли его туда отсылать. Пускай уже где-нибудь тут стоит. Потом уже пойдет. Так, не у меня хоть рвануло. Нет. Сейчас посмотрим, что. А то я не следил немножко. Не может. Ой, вовремя. У меня могли уже завода 4 взорвать. Ну, блин, успеваю каким-то макаром на совсем крапулечке следить. Так, пойдет. Ну чё, мужики, разрываем. Главный разнесли. Все. Палас снова пал. Теперь. Как это? Хай-тек, да, чтобы еще техника. О, все, все. Абсолютно, абсолютно. Уничтожили, в принципе. Теперь им нападать вообще нечем. Осталось только добить их, и все. Останутся только эти. Харконины. Так, сюда две, сюда. Так, тут еще две электростанции, да? Так, сюда что? Тоже пошмаляй. Так, это электричество. Тут еще одна, смотрю, стоит. В тени. Так, что тут еще взорвалось? Что-то там еще взорвалось, короче. Так, сейч, надо какой-нибудь зелененький взять. Там еще пушки есть справа, и рефайнери у них стоит, это я помню. В принципе, в последних миссиях у них базы 7-8 чередуются, но они достаточно похожи. Так, давай. Так, сейчас тут пушка должна вскрыться. Да, вот она. Или даже две. Так, сейчас мы проедем и уедем отсюда. Доставал. По-моему, это у меня, ребята, рекорд. Я ни один танк не потерял в атаке. Еще. Офигеть. Какой я полководец, как сказать. Бережливый, что ли? Вот. Так. До
Достреливаешь? Достреливаешь, хорошо. Так, а мы поедем сюда и вот так, да. И все. И все. И все. Тут единственное, у них, по-моему, еще вот какой-то завод стоит. Там то ли еще одна электростанция. Все, есть. И, по-моему, там еще одна пушка должна быть. Так, там рефайнери разнесло. Так, сейджика сейчас возьмем, тоже проедемся сюда до конца. Да ладно, base under attack. Там аккуратнее, ё-моё. Так, хорошо. Сейдж. Охранник стоит, тут охранница. Не, нету здесь ни хрена. Ну и отлично. Все. А, что-то где-то воюют, блин. А, это мои там на базе отрывки добивают последних. Так, а с Харконинами мы сейчас, по идее, должны провести такую вещь одну. Блин, а я не могу даже технику заказать, черт. А если я этого голодранца, например, просто вот куда-нибудь сюда пошлю, сбегай как разведчик. Побежишь? Побежи, ладно. Так, что там, все? Готовченки. Так, а нет, нет здесь больше ничего. Разнесли все. Так, сейч. Сейч. Давай на всякий случай сюда. Сейчас мы тут разведку проведем еще. Так, ну что там, где этот голодранец? Бежит. Бежит собака, бежит. Так, надо, знаете, что поставить. Ух ты, блин. Так, ну, походу там взорвали, да? Не, бежит, смотрите. Бам, ух ты. Забежал в эту, в аутпост. Ну, видите, он здесь в технику, если забегает, он его взрывает с одного раза. А в завод забегает, вообще даже урона не наносит. Очень странная какая-то. Мне кажется, это баг. Такого быть не должно. Вот в этом, в PvP режиме это починили. То есть он что технику взрывает, что завод. Забежал в завод, все, прощай, завод нахер. Так, ну вот, мы пооткрывали тут технику. Сейчас мы что сделаем? Сейчас мы возьмем вот так вот девиатор. Ох, починим. Так, ладно, сейдж у нас сюда идет. Так, атака будет. Так, здесь у нас тоже тишина, да? Руины, руины одни остались. От несчастных дридесов. Все, ладно. Тут даже чинить особо некого. Вообще класс. Все, передислоцируемся. Так, сюда у нас идут ракетницы. Капец, ни один танк не потерял, офигенно. Ну сейчас бы еще так же провернуть с этим. С Харконинами. И все, было бы вообще шикарно. Так. Эти даже не повоевали особо. А, ну они тут в пушки стреляли. Так, на передовую, пацаны. Вы у нас поначалу будете ударной силой. Так, единственное, два желтеньких сейджа, их можно поехать починить. Ну и все. Так, и тут еще один. И здесь один, да? Вот. Езжай сюда. Так. Катюшки все целые? Да, в идеале просто. Не пылинки. Чуть-чуть там что-то задело. Так, где тут два подранка сейджа? Давайте, пацаны, вы на починку тогда вот сюда. Почему не это? Ой, как он подешевел. Почему нельзя септеров заказывать? Странно. Здесь, главное, можно.
Так, где у меня девиатор? Давай-ка мы замочим девастатор вот этот. Так, что там? Опять мужик какой-то крепкий. Так, помучаем чуть-чуть. Так, ты тоже езжай, чинись. Ладно, будем тогда строить воздушную технику. Да вы, блин, поехали. За вами, если не следить. Так, вон тут сразу база пооткрывалась. Хорошо. Все, уничтожили мы орнисептер. Ну, блин, денег до хрена, надо их куда-то тратить, поэтому вот строю воздушный флот. Так, надо, чтобы он с первого раза попал, иначе его грохнет. Давай-ка сюда, 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 сюда. Сейчас Сейч сагрится. Грохнет тебя нафиг. Так, вот, дивик уже. Не попал! Ну ты, блин, урод. Не попал. Так, что, перезарядился? Так, куда ты там поехал? Все. Минус. Злобный план. Так, давайте-ка Сейджа тоже покусаем немножко, да? Так, 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 что-то там летит. Что-то там. Ай-я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 й. Ну-ка, шмальника в нее. Сахаром не казалось. Во. Во, отлично, отлично, шикарно. Все, давай, шмальни еще раз. Эх, близко. Нет! О, есть, отлично, шикарно. О, смотрите, сейчас он ее как классно грохнет. Бам! Эх, разочек всего попал. Так, ну-ка перекрась-ка ее еще раз. Тут можно одним девиатором, смотрите. Просто делов шухерить. Кисло. Очень. Так, тихо-тихо-тихо. Погоди, 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 погоди. Так, 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 сагрилась, сагрилась. Блин, собака, она еще по две ракеты выпускает пока. Долго преследует, сволочь. Вот ты мразь. Так, хорошо. Ладно, тебе все равно минус здесь. Езжай уже тогда. Стой здесь. И как бы, ну все. Так, смотрите-ка. Чего вы не чинитесь, пацаны? Где второй? Заберет? Заберет, хорошо. Езжай тогда вот сюда. Бам, бам, во. Атридесы откуда они? Все, их нету. Атридесов нету, а они еще высылают какие-то там свои отряды. Что за бред? Ах ты, блин, перекрасилась. Вот уже это. Так, все. Отличненько. Че стоим? Так, нафиг ты нужен. Вот, постреляй еще, да, все нормально. Хорошо, хорошо. Так, что там осталось? У них остался Сейч, в принципе, один в охране. Ну, может, еще что-то там сверху. Сейчас мы его добьем тогда двумя девиаторами. Так, этот Сейч сюда. Атаку. Оператор, блин, прикатил. Так, ты сюда. Строишься. Так. Ну вот что сделать? Наседью. О-о-о-о-о-о. Давай. Надеюсь, ты добежишь. Чудик.
Так. А мы вот сюда тогда едем, да? Так, не, надо вот сюда вернуть. Оп. Давайте-ка повыше, пацаны. Оу! Не задавите только нашего мужичка. Стреляй, блин! Перекрашивай. Так, ты на перезарядку. Давай-ка по пушечке успеешь шмальнуть? Успеет, ты мой хороший. Успеет. Так, ты теперь на перезарядку. Микрим, микрим, ребята, микрим. Микрим. Оп. Ха. На перезарядку. Сейчас мы его делаем. Главное, чтоб... А-та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 . Ну и куда ты едешь? Нормально, хоп, приехал. Ты сразу все еще Все, готов. Так, ладно. Все, охрану мы, в принципе, поснимали. Можно сказать, всю. Едем тогда. Где у них главная база, вот только непонятно. Так, Катюшон так сволочи не убил, да? Ладно. Я думаю, надо, короче, сверху, наверное, напасть. Сейчас мы тогда так и сделаем. Вот так, вот так, 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 вот так, вот так. Давайте-ка. Чик. Куда-то вот сюда. Главное не открыть этого товарища червя. Так. Эти тоже пацаны тут у нас серьезные стоят. Ну и Катюшечки. Куда триды соберутся? Все. С планеты что ли везут, ё-моё? Со своей там какой-то. Все, на Арахисе их нету. Кончились атридесы. Воу-воу-воу-воу, да ладно, достреливаешь что ли? Ты серьезно? Ну что ты мне вот, зачем это принесла? Не надо мне ничего. Так. Ага, 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 смотрите-ка. Пацан серьезный едет. Серьезный прям пацан такой едет. Так, а что у меня 4 катюши? Успеет стрельнуть? Ну, успел, успел, ладно. Успел стрельнуть, ё-моё. Успел. Все. Сделал свое дело. Так. Так и не пострадал, пока у меня ни один танк. А-а-а. Ладно. Давай сюда. Так, а чё, блин, катюша осталось? Смотрю, что-то 4. Помнишь, что было 5? Помню. Да я не буду ничего брать. Звонят, понимаешь? С Москвы. Плевать я хотел. Опять там опрос какой-нибудь идиотский. Нафиг оно мне надо. Так, ну все. Сейчас мы тогда... Начнем массированную атаку. Так, это по нашу душу едет, нет? Нет. Это поедет на базу, ладно, с ней там разберутся. Так, все. Погнали. Погнали. Погнали, пацаны. Так, что ты, блин, стрелять будешь? Да ладно. В смысле?
ты охерела, что ты? Что за пушка такая? На пол карты долго. Это как так вообще? Так, сколько тут вообще этих пушек? Во-во-во-во-во. Что за мужик приехал? Ты офигел? Все, готов, четко. Так, ладно. Ни разу не попало еще. Ну, одна-то, конечно, долго будет долбить. Тут я даже не спорю. Так, ладно, что мы делаем? О, так у них танковый, смотрите, на ладан дышит. Это я пока тут свои орнисептеры строю, они работают. Вообще нормал бы. Сейчас минус танковый будет у них. Так, вот еще один сейчас полетит. И еще. Сейчас. О, все. Так, ладно, пока отвлекают. Нападаем. Нападаем, хватит тут отсиживаться. Так. Так, все, потери пошли. Пошли потери. Так, есть минус пушки. Какую-то уже уничтожили. Так, мужики, надо с Катюшей разобраться. Так, ты стреляешь? Стреляет, мразь. Эх, замесили, блин. Так, что там с этим? Орни, орни. Строим, 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 строим. Хорошо, мне понравилось. Ай, ай-яй-яй. Это пушка. Блин, почему они у них... Харконинов что, пушки дальше стреляют? Никогда замечено не было этого. Бред какой-то, нахрен. Так. Пока ничего. Что у нас тут? О, взрываем нахер. Разносим. Что бы тут ни было. Говнину эту. Ага, есть, все. Так, эту пухалку надо. О, стреляем, 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 стреляем. О, поставили, поставили. Ой, отлично. Отличненько. Да блин, не того ты берешь, твою мать. Да сука, опять поставили. Мрази. Аркониновские. Тридесы до сих пор трутся, я вот этого понять не могу. Кто они нахер такие? Полтергейсты сраные. Так, о, блин, и тут же поставили. Просто, блин. Уничтожить нахер. Так, где у меня Катюша? Уничтожить этот аутпост, сан. Так, правильно, забирай, забирай, забирай. Разнести это кусок говна этого. Так, бараки, пора уничтожать. Так, пушку опять поставили. Убить ее, блин, разнести в клочья. В клочья, чтобы я ее здесь не видел больше никогда. О, шикарный лосс. Так, тут две. О, вот он главный. А, блин! Отходим! Base under attack. Acknowledge. Reporting.
Так, назад привезли Сейджа. Хорошо. Так, разнесли Молли. Так, что там опять? Да вы что, серьезно что ли? Техники-то нет у них больше. Куда его посылать? Попробуй в здание забеги. Вот, сразу же. Тратьте свои ссаные деньги. Так, аутпост. Чёртовый. Ох ты, блин. Чё, может кто-то приедет за моей Катюшей? Подранный. Короче, они пока это сидели здесь. Я их не трогал. Они, видать, баблища столько накопили, что ой-ой-ой. Стереть с лица земли эту мразь. Так, ну-ка. Опять аутпост поставили. Ну и важно, конечно. Технику можно было строить. Так, нахер пошло все. Так, уничтожаем. Так. Вот, только поставили тоже. Потеряли. Отлично. Ну что ты опять тупишь-то? Опять аутпост поставили. Вот самое главное здание прям. Они прям без него не могут никуда. Так, ладно. Долбим. Так, забирают, хорошо. Не забирают. А, о, починили, отлично. Отличненько. Все, всех починили. Так, надо, короче, ехать уничтожать пушки. Остались. Сейчас взорву вот этот рефайнер, и пушки останутся. Это нехорошо. Так, погнали. Харвестер там копает еще, ёлки-палки. Еще одна, по идее, да, пушка должна быть. Снизу. Это походу этот.
транспорт отрейдисовский летает с этим, с Харвестером, я так понял, потому что, ну, он реально летает уже час, наверное, и ему некуда просто Харвестер высадить. Вот так получается. Вон он. Полный. Гоняет. Во. Везут. Ну чё, фас, ребята, фас. Захватываем весь спайс. И все. Территория наша. Чинят, фиксят. Все. Да! Разнесли. Все, больше здесь нету. Так, там еще и по Харвестеру стреляют. Так что никого не осталось. Остался только транспорт атридисовский. Ну ничего. Пошлю этого саботера, урода. Уволю его с должности саботера. Пускай зенитчиком будет. Так, ну все, ребята. Нам осталась, в принципе, последняя миссия. Всех своих конкурентов мы уничтожили. Осталось только стереть с лица Аракиса самого императора. И все, и мы полноправные владельцы целой планеты. Так, пленных он взяли. Хотя, по идее, мы пленных не взяли, мы всех уничтожили. Так, давайте посмотрим по статистике, что. А, сейчас нам ментат что-то скажет. Я только что получил радостную новость о твоей ошеломляющей победе. Да, командор. Дашь мне перстень такой же, как у тебя? Я польщен тем, что был советником у такого успешного предводителя войск ордосов. А что, ты все, увольняешься, да? Правильно, да. Чувствуешь, что под тобой стул зашатался. Так. 1:24. По-моему, столько же, прям минута в минуту, как и предыдущая миссия. Капец, мы 51 тысячу накопали. Вот, немножко у меня, правда, не получилось сделать так, как я хотел. Ну, там, потому что лимит на войска и на технику получился. В следующей миссии хочу одну там страточку попробовать. Вот. Посмотрим, как это сработает. Так, в итоге у нас 15 юнитов уничтожили. Ну, там я в разведку тоже отправлял, да, чечиков. И я не знаю, саботер считается как за убитого. Если считается, то только саботеров у нас погибло штук 5. И разведки тоже раза 4 отправлял. Вот. Ну, в бою у нас погибло, по-моему, там максимум штуки 3 танка. Это вот на Харконинов, когда мы напали. Вот, так что потери прям по минимуму несем. Вот. Так, ну давайте запишем еще код. Power Crush. Да. Просто силовой удар. Покорение Аракиса продолжается. Великие ордосы смогли одержать свою 8-ю победу. Пароль Power Crush. Ну все, да, на 8-ю. Кстати, неправильно в русской версии написано. Не 8-ю победу мы одержали, а 7-ю. А пароль этот к 8-й миссии, к следующей, к последней. Вот, так что это ошибка, ребята. 8 миссий за каждого, за каждый из домов, плюс одна миссия. Первая, которая не учитывается, это где 1000 надо набрать. Она не считается как первой миссией. Вот, ну что же, все, осталось, да, последняя у нас миссия. В следующей серии мы разгромим императора. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось. Ордосы, все, как мы атридисов с Харконинами стерли с лица. Чуть не сказал, земли Аракиса. Вот. Ну и с вами был, как всегда, Скудер. Канал «Ни слова об играх». Всем пока-пока и увидимся в следующей серии.